Валенсии открылся третий сезон международной детской регаты «Opti Orange». Список участников переполнен титулованными спортсменами, которые представляют 27 стран. Среди 345 участников есть чемпионы своих стран, а также лидеры национальных рейтингов. В субботу была только одна гонка. Западный ветер силой до 25 узлов обеспечил острую борьбу и конкуренцию на дистанции, благодаря чему результаты было сложно предугадать до самого конца. В итоге в «Желтом флоте» победу одержал наш Кирилл Шуненков, представляющий Академию парусного спорта.